21-м лицее в Сходне открыли граффити-портрет и патриотический уголок в честь ветерана Великой Отечественной войны Веры Земсковой-Коротковой. Патриотическую акцию провели в рамках проектов «Новая школа» и «Историческая память» партии «Единая Россия». Сегодня мы вспоминаем нашего удивительного учителя, широкой души человека, Веру Михайловну Земскову-Короткову. Вера Михайловна – труженица тыла. Больше 40 лет она отработала учителем 21-го лицея и руководителем школьного музея боевой славы и местного краеведения имени Владимира Тюкова. Вера Михайловна до последних дней этим музеем заведовала, занималась. Ей было 99 лет, когда она ушла из жизни, к огромному сожалению. И тогда Вера Михайловна последние дни мне старалась больше рассказать об этом музее, чтобы я, в свою очередь, могла рассказывать о нем нашим ученикам. В открытии патриотического уголка приняли участие ученики и педагоги, активисты отделения «Молодой гвардии» и муниципальный депутат Алексей Федоров. В рамках этого проекта воспитанники школ вместе с учителями организовывают и проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, льготными категориями, с военнослужащими, с участниками специальной военной операции, как раз вот военно-патриотическое воспитание молодежи, когда старшее поколение передает свой опыт, свои знания, историю нашему подрастающему поколению. Среди почетных гостей – дочь Веры Михайловны, Мария. С особой теплотой она вспоминает маму, помнит ее любовь к труду и педагогике. Чем мама запомнилась? Вот этот неуемной энергией, которую она как-то смогла преобразовать в педагогическую деятельность, поисковую, зажигала вокруг учеников, учителей, родителей. То есть как-то у нее так все получалось складно. Вера Земскова-Короткова бережно изучала и собирала историю Сходни, Химок и их окрестностей. Под ее руководством работала поисковая группа. Результаты труда Веры Михайловны не пропали. Все это бережно хранится в школьном музее. И сегодня является настоящим достоянием не только 21-го лицея, но и всего городского округа. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.